продается дом 523 квадратных метра на берегу Урала в поселке Весенний, участок 12 соток. Телефон 8 922 817 59 99. Помощь в срочной продаже квартиры. Телефон 60 97 37. Сдается двухкомнатная квартира 74 квадратных метра с ремонтом и мебелью в Оренбурге по улице Герцена. Телефон 22 73 07. Продают дом в поселке Росташи по улице Садовое кольцо 46. Звонить 97 50 17. Продается однокомнатная квартира по улице Родимцева 6. Телефон 8 922 817 59 99. Узаконивание самовольных строений, перепланировок, пристроев, оформление земельных участков, наследство, приватизация. Телефон 60 12 91. Сдается дом в поселке Пригородный. Звонить 55 80 05. Общежитие для иностранных и граждан Российской Федерации. Телефоны 8 922 547 06 68 или 90 44 08. Купят документы от автомобиля по утилизации. Предложения ждут по телефону 24 74 24. Ремонт стиральных машин, продажи запчастей. Телефон 60 60 80. Платим комиссию за старое ДТП. Телефоны 69 34 46 8 932 536 34 46. Обучение охранников. Школа охраны. Долг 2. Телефон 58 27 25. Утеряны документы на имя Деревянных. Просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 66 05 74. Предприятию «Оренбургский хладокомбинат» на конкурсной основе требуется коммерческий директор и оператор ПК в торговый отдел со знанием 1С. Опыт работы обязателен. Звонить по телефону 56 76 20. В пищевой цех требуется сотрудник с санитарной книжкой. Телефон 8 922 816 55 63. В компанию «Висла» требуются грузчики на склад, оформление по Трудовому кодексу. Обращаться в село Ивановка, улица Производственная, 16, телефон 97 03 74. Требуются электрогазосварщики, телефон 93 90 13. В организацию требуются рабочие на склад, официальное трудоустройство, телефон 67 20 11. В компанию «Стоматология» срочно требуются стоматолог-терапевт и ассистент стоматолога. Зарплата достойная. Телефон 99 2104. Требуются лицензированные охранники. Звонить 23 28 44. Требуется водитель, продавец, сортировщица, грузчик. Телефон 96 74 47. В ресторан требуется посудница, 12 тысяч рублей. Телефон 97 13 55. Требуется шиномонтажник, звонить 92 24 53. Требуются лицензированные охранники на вахту и суточные посты. Телефоны 8 932 554 96 39, 8 932 554 96 41. Требуются водители на маршрут. Звонить 8 905 888 56 56. Требуется продавец в продовольственный магазин в Степном. Телефон 45 34 69. Требуется сторож, машинист экскаватора-погрузчика и водитель категории БЦ. Телефон 99 26 72. Требуются расклейщики листовок, 600 рублей в день, телефон 23 13 28. Требуется швея, звонить 8 912 844 75 34.
В столовую требуются повара и посудницы. Телефон 90 84 60. Требуются автомойщики. Звонить 947 497. Требуется сварщик. Телефон 8 90 33 61 8002. Требуется бригада монтажников окон ПВХ. Телефон 23 52 55. Требуется рабочий по обслуживанию зданий, электрик. Звонить 78 92 87. Требуется шиномонтажник. Телефон 58 0601. Требуется маляр, жестянщик. Зарплата от 20 тысяч рублей. Телефон 22 00 26. Требуется повар, уборщица. Телефоны 8 903 360 92 33. 8 987 202 21 92 или 21 64 86. Вахта, Москва. Требуются охранники. Телефон 8 919 86 35 915. Требуются грузчики. Обращаться улица Хабаровская, 113/1. Требуется продавец в круглосуточный магазин. Телефон 42 31 58. В автосервис требуется диагност, электрик, слесарь по ремонту ДВС, МКПП. Звонить 22 02 05. Вахта, Москва. Требуются водители. Телефон 29 10 62. Требуются автомойщики. Телефон 28 65 75. Руководитель снабженец, в том числе офицеры, 38 тысяч рублей. Офисный персонал, 3 человека, 25 тысяч рублей. Телефон 94 40 14. Бухгалтер от 30 тысяч рублей. Офисные сотрудники с высшим образованием до 28 тысяч рублей. Телефон 59 49 40. Бухгалтер – 27 тысяч рублей. Делопроизводитель – 19 тысяч рублей. Звонить 55 03 02. Офисные сотрудники с высшим образованием – до 30 тысяч рублей. Телефон 60 40 54. Требуется делопроизводитель – 21 тысяча рублей. Снабженец – 35 тысяч рублей. Звонить 51 72 52. Руководитель АХО – 37 тысяч рублей. Администратор – 24 тысячи рублей. Телефон 46 68 97. Помощник руководителя, снабженец и администратор. Звонить 42 34 18.